которые все вот наносите пользу людям, вы рады отдавать свою энергию. Вы рады отдавать свою энергию, и вам не надо ничего взамен. И поэтому очень много людей вы подкармливаете энергетически. Вы становитесь для них донором. Из-за этого они с вас съедают энергию. Слышите, да? Не слышите? Слышишь? Есть энергетический вампиризм. И он проявляется как зуд в спине. На спине вот как будто спина чешется. И вот кто замужем, помните, муж, когда приходит домой, он говорит, почеши спину. Да? Все так делают, почеши спину. И начинается морской бой. Правее, левее. Ты что, блядь, право-лево не знаешь? Ну-ка, давай. Ниже, к лопатке, к позвоночнику. Где позвоночник? Где лопатка? Давай я... И он начинает потом об косяк тереться, да? Что-то там... Это женский вампиризм. Женщины вампирят маленькими рыболовными крючками. Но от одной женщины штук 300. И поэтому идет по спине зуд. Мужчина вампирит когда? Сейчас. От мужчины какие ощущения? Кол в спине. Помните, кто-то вначале спрашивал? Вот между лопаток как будто кол забили. Это какой-то мужчина, на которого ты обиделась. Это мужчина, на которого ты разозлилась. Это может быть не обязательно папа или твой муж, потому что все сразу думают, это точно мой муж. Это точно. А когда женщина приходит на сеанс и описывает мужа, я думаю, там, бля, сейчас монстр придет. Он у меня такой, вы просто не понимаете. Приходит нормальный мужик, а женщина описывает там капец, короче. Поэтому женщина, когда рассказывает про мужа, не верьте, она, делите на 3, на 4. Это неправда. Это неправда, честно. Как сделать?